Алан Гаглоев сегодня посетил торжественную линейку в честь последнего звонка в Квасинской средней школе. В этом году школа выпустила 10 учащихся – 5 девочек и 5 мальчиков. Под звуки фанфары, громкие аплодисменты родителей, учителей и гостей праздника, красивые и нарядные главные виновники сегодняшних торжеств покинули порог родной школы. Савремова Надежда Вячеславовна. И классный руководитель 11 класса Багаева Фатима Феликсовна. С добрыми пожеланиями и напутственными словами к выпускникам обратился президент республики. Алан Гаглоев пожелал теперь уже бывшим учащимся успехов в дальнейшей жизни. «Главное для вас – стать достойными сыновьями и дочерями родной Осетии», – особо подчеркнул глава государства. Ама обуни улдаршин кенеч, фали ане мона зуненч, сешкулой бун, тобу не фесте, ма шол хотра мешче стави. Тахта, заттах сан стам ма, варов ма фалтартан, бира фалтартан фехос кутты, фетбол стай са фахас ку, са шорда сан лаккот кутты, ама ва хав дунам бол кут бо кануи, ва шорда сан сехос кутын коро тоха морфават. Ва ни орджетэ. واخر کنم جتر برای کنم بسته مکف خودی نکنم ایرون لطوتر ایرون چی جتر دوت هوی و روخ مکف. Министр образования и науки Аслан Лулаев пожелал выпускникам исполнения их самых смелых желаний, а также смелости перед высокими целями и преодолением любых препятствий. Особые слова благодарности прозвучали и в адрес учителей. امل سربرزون ده شاشات و آخر فندگل هیون به فتجه جدارد ماده مایدن واسطه جدارد خس کنگد و فندکتر نخست در جرد چه بست هلم آفندی خود در بخواه کرد ما کفی رو کنو تمستود فتجه جدار ایرون آدم ایرون فرده خست اما ونی آجتنون ما کفی خواهی نکنم. Сегодня выпускники прошли серьезный рубеж, за которым начинается взросление, открываются новые горизонты. Это счастливое время для радости, однако, что совершенно естественно, в конкретном случае поневоле на глаза наворачивались слезы. Трепетные эмоции не сдержал и директор школы Сулико Хугаев, который помнит сегодняшних выпускников еще непоседливыми первоклашками. На дипломте мешершало, падать там исма, я вам хорошо там накташило, что уша мудат. Бираш там, фантазируй, там, да, на запись. По традиции выпускники исполнили массовый остинский танец «Сим». Далее виновники торжества довольно оригинальным образом поблагодарили своих учителей. У меня есть идея. Давайте поставим спектакль, где наши учителя будут играть главные роли. Надо начать с главного. А что у нас главное? Не что, а кто? А кто у нас главный? Ха, Фатима Феликсовна, конечно. После праздничной программы и всех добрых пожеланий наступила кульминация торжественной линейки. Прозвенел долгожданный последний школьный звонок. Последний звонок в Квасинской школе завершили памятной фотографией выпускников с президентом. Стелла Бязарова, Аида Кочиева, Вера Схаврепова. Информационный выпуск сегодня.